Наряд ДПС готовится проверить, соблюдают ли красногорские автомобилисты правила дорожного движения. В этот раз сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту. Рейд назвали «спецсигнал». Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющие нанесенные на наружной поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 3 месяцев до 1 года. Это предусмотрено частью 2 статьи 12.17 КУАП РФ. Такое наказание ждет водителей, которые не пропустили на дороге машину МЧС, службы спасения, автомобиль полиции, ГИБДД, а также скорой помощи. Дорогу скорой помощи на Волоколамском шоссе автомобилисты уступают охотно. За время рейда никто не проигнорировал сигналы спецтранспорта. Дисциплинированность водителей в ходе таких проверок фиксируется регулярно, отмечают в Госавтоинспекции Красногорска.